регулируемым перекрестком левый ряд. Там был нерегулируемый, я еще спросила. Вот нерегулируемый. А то, что было? А что там было? Ну, тоже зебра и эти. Где зебра? Это не был, блин. Ну, я еще его увидела, поэтому и спросила. Ну, давай развернемся, выбираем место для разворота. В левый ряд перестройся. Не тормози. Как я со своими 40 вот тут вот как? Так ты ж 30 едешь. Вот я на вот этот вот подумала. Какой вот этот? Ну вот этот. Человечек, то что это нерегулируемый пешеходный переход. Выключи поворотник, двигайся прямо. Что этот знак означает? То, что впереди будет этот. Предупреждает, короче, то, что будет регулируемый. Зебру. Ой, ладно, а зебру где ты увидела? Вот и вот эти вот обратной стороной нам знаки стоят. А зебру ты где увидела? Да все уже. Так все.